Всем привет, друзья! Продолжаю снимать видео по вашим комментариям, так что пишите комментарии, возможно, я сниму для вас видео, которое вы хотели. Сегодня я вам покажу, как научиться отжиматься на брусьях с нуля. Во-первых, самое важное — это развить те мышцы, которые отвечают за разгибание, да, то есть, когда вы отжимаетесь на брусьях, у вас работает трицепс, передняя дельта плеча и низ груди. Чтобы накачать все эти мышцы, вам просто можно работать с гантелями, можно делать жимы на плечи, а также очень хорошо помогают обычные отжимания от пола. Средним хватом, широким хватом и узким. Делайте все эти хваты, то есть смотрите, покажу. Широким хватом. Это все развивает грудь. Средним хватом. Тут больше включается грудь уже и плечи. И узким хватом. Тут включается трицепс больше. И нижняя средняя часть груди, вот тут. То есть вы должны комбинировать все подводящие упражнения, тогда у вас выйдет хорошее отжимание на брусьях. Давайте покажу следующее упражнение, которое будет подводящим упражнением для отжимания на брусьях. Погнали. Отжимание из-за спины. Это облегченная такая версия. Ставим руки вот так и отжимаемся вот таким вот образом. Чем шире вы делаете, тем вам легче будет. Поэтому, если вам легко, то поставьте руки поуже. Тогда амплитуда будет больше. То есть, что получается у нас? Вы комбинируете отжимания обычным, широким, средним, узким хватом, плюс делаете отжимания за спиной на стуле, либо на чем-нибудь, на диване каком-нибудь. И тогда уже будете делать подводящие упражнения, не подводящие, а уже пробовать отжиматься на брусьях. Сейчас я покажу, как нужно это делать. Итак, есть два отличных подводящих упражнения. Это негативные отжимания на брусьях и также отжимания с помощью подставки какой-нибудь. Смотрите, как делаются негативные отжимания. То есть вы просто запрыгиваете на турник, ой, на брусья, и делаете немножко вот так медленно, опускаетесь вниз. Чем медленнее, тем лучше. Еще раз запрыгиваете и снова опускаетесь медленно вниз. Делаете так где-то 5 подходов, ну, сколько получится по времени, максимум времени, короче. Следующее упражнение — это с подставкой. Вы должны тоже подтягиваться вот таким образом снизу и помогаете, смотрите, ногой, то есть оп, и ногой себе помогаете, забирая какую-то часть веса, оп, то есть нога вам помогает и облегчает ваши усилия. Довольно простое упражнение. И третье — это тренировочная резина. Все мы знаем эту штуку, которая может приматываться к турнику, к брусьям также. Приматываете, на ноги нацепляете, и она вам с легкостью помогает, в принципе, отжиматься на брусьях. Поэтому вот такие вот три крутых подводящих упражнения. И те обязательно нужно делать, которые разовьют ваши мышцы, трицепсы, переднюю дельту и также низ груди, которые отвечают за отжимания на брусьях. Итак, друзья, надеюсь, вам понравилось объяснение, все было вам подробно. И если вы будете делать так 2-3 недели, то вы спокойно научитесь отжиматься на брусьях, это 100%. Поэтому пробуйте, старайтесь, пишите в комментариях, какие видео еще хотите увидеть. И ставьте лайки под теми комментарии, которые бы хотели реально увидеть в видео, которые трансформируются в видео. Итак, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, и увидимся в следующем выпуске. Пока!